Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю вас знакомить с среднеспелыми сортами. Перед вами сорт Лималексия. Такие чудесные ягоды, не самого крупного размера, но урожайность у кустов очень высокая. Также один из плюсов у Лималексии — растянутое плодоношение. Видим то, что у нее продолжается цветение, хотя на кустах спелые ягоды. Посмотрите, вот такое великолепие. И цветы, и ягоды. Ой. Вот она какая, Лималексия. Первая ягода довольно-таки крупного размера. Лималексия играет на солнышке. Ягода светло-красного окраса. Кусты достаточно приземистые. Как же вам ее показать? Захрустел цветонос, я его отломила. Давайте подниму, покажу. Вот она, смотрите, какая Лималексия. Первая кисть созревает достаточно дружно. Но еще видим, вот здесь на кустике, пожалуйста, у нее еще даже цветки выходят. Вот она цветет еще. Для тех, кто не может посадить много сортов разного срока созревания, для того, чтобы растянуть плодоношение, Лималексия будет хорошим решением. Вот видите, еще цветонос и ягоду она будет давать долго. А, опять отломила. Цветонос у нее тяжелый. Пока я вам показывала, отломила два цветоноса. Вот, посмотрите. Здесь такой приличный вес у двух цветоносов. Вот такая красавица ягодка у Лималексии. Ну что ж, пойдемте вот эту красоту попробуем. Какова она на вкус? Посмотрите, какие ягоды. В сравнении с моей рукой. Руки, правда, не видно. Ягода очень крупная. Аромат. Аромат выражен средне. Попробуем. Чашелистик у Лималексии снимается легко и чисто. Посмотрим по плотности. Режется, нож входит легко и свободно. Мякоть чуть менее интенсивно окрашена по сравнению с наружной окраской. Посмотрим по плотности. Ягода плотная, будет хорошо транспортироваться. При усилении сдавливания будет течь сок. Видно, что она сочная. Ну и идет клубничное пюре. Мякоть будет тающая. Попробуй. Лималексия — очень вкусный сорт. Десертный. Мякоть тающая, сочная, очень сладкая, ароматная. Во вкусе слышатся земляничные ноты. Кислиночка легкая, еле заметная. Очень вкусный сорт. Урожайный, крупноплодный, растянутого плодоношения. Лималексия.